Привет, всем привет. Доброе утро, доброго вечера. Мы находимся в Village Market. Это такой молл, мы там показывали некоторые моменты, некоторые цены. Но что самое интересное, он входит в топ-10 достов Найроби. Сейчас просто вам покажу. Оно прикольное, интересное. И мы сюда добрались всего лишь за полтора доллара такси. Ну, вот такой вот прикольный молл, совсем интересно. Даже уже какие-то сумочки посмотрела, какие-то вот прикольные здесь продаются вещи. В общем, будем вам показывать молл, шопинг и все остальное. Что ты хотела сказать про цены? Не, ничего, это я просто считаю, там сумка 6500. 6500? Это 43 доллара. 43 доллара. А что за сумка? У тебя есть уже, помните, кстати, из в этом молле купленная, да? Да, 9, между прочим, с чем. Ну да, вот так что можно, кстати, уже. Курс поднялся, да, мы уже говорили. В аэропорту доллара. Мы рассказали, был, да, 117, да, тысяч за 100 долларов, сейчас 153. Инфляция идет. Так, ладно, не будем о грустном, будем о хорошем, начинаем наш шопинг. Ну, Сашу шлепочку заинтересовали, 5600. Да, 5700. Ну, это все искусственное, правда. Ну, тут варианты есть. А где какая-то сумка, которая там готова? Ну, это тоже искусственное. Вот это вот? Да. Или не искусственно, не знаю, 6900. Ну, ты уже озвучивай, да, 40 с чем-то долларов? Да. Ну, 40 долларов это. А вот смотри, есть. Вот тапочки такие, да, вот. Точнее, туфельки и сумочка прям в тон уже стоит, все. Угу. Ой, мигает что-то сильно. Так, ну ладно, пошли дальше. Ой, это мягенькая, смотри, какая. Мягенькая, это как, да, текстильчик. Не, это сюда. Ну, переверни на это. Сити-Волк, это фирма Сити-Волк. 5900. Стоит 5900, и есть такой черный и розовый. Боже, как мигает сильно. Спасибо. Очень, очень тяжело снимать, а цвет такой идет. Кстати, нас проверили на светяшечке. Проверяют, чтобы безопасненько было. А смотри, как мило сделали дерево, чтобы не это, прям выемку для дерева. Да, прям выемку для дерева, молодцы. Вот уже входим в Village Market. В прошлый раз мы так вход не показывали. Ну, покажем сейчас. Вот, картины всякие интересные, яркие. Ну, вообще, как бы Африка, Кения же ассоциируется с яркими цветами. Желтым, зеленым, красным. Вот и сам вход уже. Окей, не понимаю. На что опять поделить, умножить, чтобы быстрее цену понимать. Да, мы тут сняли вам немножко про обувь. Так, мужчина подошел такой, здесь снимать нельзя. Говорю, а ты уверен? Вдруг придет куча людей, куча туристов, все купит. Он так, и задумался. Ну, такой, как бы здесь большой молл для места проведения. Да, такие ступенечки. Красиво сделано, красиво, чтобы выйти погулять. Мы уже рассказывали, что в центре Найроби вы просто так не погуляете. Там и негде гулять, и есть просто небоскребы и бизнес-центр. Вот люди гуляют здесь, в моллах. Давайте вот так пройдем, красиво. Такие ряды кафешек просто нескончаемых. Просто. Они опоясывают молл. Вот люди приходят покушать, провести время, сделать шопинг. Потом, конечно, в Карифоре уже купить все. Красиво, яркие цвета. По-моему, магазин стекла мы вам немножко показывали год назад. Вот такая красота. Все, идем с вами в молл. Чем-то займемся в наш первый день сегодня. Обезьян уже увидели. Было прикольное утро. Кстати, прикольно такой велосипед изображает из этого, из газового баллона. Его поддерживает маленький такой. И вот. Я сначала подумала, что турка для кофе. Ну, это турка для кофе, но как трубка. Прикольненько сделано. Вот и куча зелени. Вообще фикусы обалдеть. Угу. А эти как кашка, да, еще. Красиво. И там. И мужчина, который курит трубку, присел. Сейчас давай прямо, пока я покажу еще чуть-чуть. Вот мало этого. Вот, это же красиво. Это же из чего сделано-то? Из стали? Да. Из металла. Из металла. Прикольно. Все, магазин стекла. И вот все сам Village Market. Все, надо куда-то заходить уже. Куда пойдем?
О, давай туда вот прямо вот, магазин вот прямо вот, вот туда вот и пойдем. Так и там это нижнее белье. Ну хорошо, просто пойдем. Вообще нам нужно доллары поменять. Поменяли в аэропорту всего 50 долларов, хотя чувствую, курс там был хороший. Ну, знаете, в аэропортах лучше много долларов не менять. Вот, заходим уже в сам мол. Тут такой нескончаемый поток. О, кафе, арт-кафе. Ну, идем глянем хотя бы, что есть. Показываем. Не знаю, там, надеюсь, нас выгонять не будут, но здесь есть красота. Carrot cake, белый шоколадный кейк. Так. Ух ты, вот это мне нравится, не знаю, что три колот кейк, ну, три, как будто три колора, три цвета. Salted соленый, карамельный, да. Темный лес, капучино. Ну, я надеюсь, здесь все вкусно, может, и посидим здесь. Такой, шоколадный кейк. Carrot. Ну, да, уже тут... И дальше маффины и всякие такие трюфелятки вкусные. Это мы не подумайте, мы знаем. Это розочки. Кстати, вот такие сувениры из Кении. Эспрессо, бленд кофе, эспрессо кофе. Кстати, да, классные. В смысле розочки, что это такое? Розы, подарок. Это розы или их есть можно? А, нет. Цветы. Так запакованы. Боже, я думала, их есть можно. Сейчас бы потянула бы в рот. На экспорт много вроде. Тут очень много цветов выращивается. Ну, так, конечно, хлебчик? Такие. 270. 270? Да. Где-то почти 2 доллара. 300 это будет 2 доллара. Ой, какой багетик французский. А вкусный. Сколько он стоит? Не знаю. 195. А вон маленькие цифры. А он круассанчики, сколько он стоит? Что он открыт? А, 395, наверное. Ну, где-то 3 доллара, да, в общем. А что это такие чала, бред? Я думаю, это такая булочка. Смотри, цинамон, корица. Это красота. 270. Ну, 2 доллара. Вот с цинамоном мы любим булочки. И круассаны эти, алмон с 320. Миндалем 320. Тоже в пределах 1,5-2 доллара цены вообще адекватные. А вот сама кафешка вон там. Симпатично. Ну, давайте вот еще глянем. Пожалуйста, садитесь. Здесь есть какие-то журнальчики интересные, наверное, про кофе. Ну, вот уже видно про пирог. Ну, можно полистать и можно вообще посмотреть из окна. Вот там мы с вами только что были. И вот симпатичные купить вкусняшки снова такие. Или к друзьям, или на сувениры. Тут очень много. Вот даже, смотрите, даже чай есть. Персиковый чай и из розы гибискус чай. Дальше есть разные варианты кофе. И для завтрака, и просто вот эспрессо уже вам показывали, бленд кофе. Надо почитать про это кафе, ведь я даже сразу сказала, что оно какое-то популярное. Так, а это что такое? Я уже в прошлый раз чуть цветы не укусила. Макраме какое-то. Не знаю, что это такое за 590. Надо Наташу звать. Без Наташи не разберемся. Так, дальше шоколад. А, кстати, кейков-то уже маловато. Шоколадный, клубничный какой вкусный. Боже, попробовать его. Ванильный кейк. Это какой-то прикол, реально. Наташ, иди сюда. У меня вопрос есть. Что это такое? Нитки? Нет, это авоська, наверное. Авоська, я такая... Ого, 590. Так я говорю, что... А видно, какой красивый класс. Клубничный кейк? Нет. Посмотри, иди вот сюда, вот посмотри. На это изображение искусства просто. Сколько это стоит? 1395? Или 3 за... Нет, 1595. Один где-то стоит... А это кофе, смотрите, да? В комментах. А три стоит каждый где-то 2 с чем-то доллара. А кофе сколько стоит? Не знаю. Там, короче, кафе, там алкоголь, там еда, там кофе. Значит, там вкусненько, короче. Да. Можешь сюда вернемся. Короче, я взяла. А, ты взяла журнальчики. Я обратила внимание, что журнальчики есть, и знала, что ты их возьмешь. Кстати. Такая терраса, ты же продолжишь. Да, вот. Так что, видите, зашли вам просто на 7 минут видео здесь сняли. Ну, чудеса. Ну, нам здесь все интересно. Это Кения, это что-то необычное для вас и для нас. Правда? Вот, заходим уже. Красиво, много магазинов разные. Вот так оформлено. Ну, смотрите, вот умеет Кения удивить. Хотя все равно, как для меня странно, что мол в топ-10, что увидеть в Найроби. Помните вообще, сколько мы в Найроби всего с вами посмотрели? Ну, наверное, он того стоит. Вот, он такой большой, высокий. Ну, так высокий. Ясное дело, что не Дубай, мол, сюда есть чем сравнить. Вот, и много магазинчиков, которые мы на с вами позаходим. Ну да, Новый год же скоро.
Вот сейчас поэтому тут много всяких гирлянд красивых. А снежинки. Сначала показалось, где Дед Мороз болтается головой вниз. Нет, все правильно. Не, вообще какой-то интерес. Да, Санта-Клаус, прошу прощения. С облачком, да? Да, с облачком. Спортивные магазины. Да, я зайду, только сначала же говорю, мы ищем, где поменять доллары. Вот Найроби, Спортхаус. Это мы, конечно, зайдем и посмотрим. Мы просто прогуливаемся, действительно, и поставили много зелени, искусственной зелени, и много картин. Это вообще просто радует. Яркие краски Кении, мы все любим яркость, да? Никто не любит жить в серых тонах. Так что мы смотрим с мамой, идем по молу. И снова вот выходим, я же говорю, что по краю мола кафешечки, магазинчики. Вон я уже вижу обмен валют, сейчас просто вам покажу. Ох. Сейчас давай выйдем, посмотрим на елочку. И обмен валют уже вот там вот. Вот там вот обменка уже. О, смотри, из металла снова сидит человечек. Ты как гномики, да. Да, как гномики во Вроцлаве. Помните, сколько мы вам, с вами нашли гномов во Вроцлаве? Где-то 300. Вот елочка. Снова Санта-Клаус. О, так что везде вот фудкорты. Куку Китчен, да? Там вот есть Куку Китчен. Экскалаторы везде, и такие есть прикольные моменты. Сейчас, подожди. Санта-Клаус такой вот классный. Да, и вход такой есть в елочку. Вход, выход. Вот такой. Да, давайте. Наташу сфотографируем. Помаши. А вот, кстати, что Наташа важное увидела. Есть такая фабрика, переработана из тапок, да? Вот смотрите, это вот... как это называется? Это резина. Резина. Так вот, Ocean, Ocean Soul. Чтобы вы понимали. Из тапок, найденных на пляже. Воняет сильно, да? Ну, мы хотели на эту фабрику попасть, но она очень далеко ехать. Жирафа, и вот, как оказалось, мы все-таки нашли здесь. Это все переработано, все резина. Разные тапки, разные вьетнамки, которые люди находили просто на пляже, в море. На мусорках, наверное, и переработано. Вот очень ярко по осьминожке видно, да, эти вьетнамочки. Вообще класс. Ну, какая Наташа глазастая все-таки. А помните, Наташа все время жирафа ж хочет привезти. Но он резиновый, как бы, может, он и довезется. Слон вообще, смотри, как хобот сделан. Это просто класс. Очень интересно. Ну, прям хочется потрогать, поиграться. Ну, хорошо, продал. О, вот маленькие, кстати, игрушки есть. Ну, что-то маленькое привезем. Зебра. Какая она интересная. Вот попка кого-то на сорожке. А, вот молодой человек. Угу. Боже, смотри, знаешь, ты какой у нас этот бегемотик. Боже, какой красивый. Мы знаем также, что эти подделки стоят просто дофигищи. Очень дорого стоят. Сейчас узнаем, уже продавец пришел. Смотри. Давай спрашивай. Ну, давай спрашивай. Hi, how are you? Jumbo. 29,000. А ну давай тут. 29,000. 29,000. А ну давай. Нам, конечно, вот смотрите, маленькие вообще не симпатичные. Вот вообще вот никакой, честно. А жираф? 29 чем? Они все большие. 29,400. Фоти, правильно? Ну все, надо покупать для жирафа этот. 29,400. Сколько это? Ну, Наташа сейчас озвучит цену. 190 долларов. Я думала больше, честно. Просто мы читали, что там очень дорогие эти вот все животные. Ну, вот здесь очень хорошо сделан бегемотик, но маленькие страшненькие. Ну, не знаю, если были бы деньги, может быть, такой бы сувенир и привезли бы. А здесь жирафа? А вот, кстати, этот симпатично сделан. Смотрите, какие... Вот, а вот этого... Малыша сделали симпатично. И лапки, вот это. 20 долларов. Ну, 20 долларов нормально еще. Кстати, смотри, гиппо здесь не симпатичный вообще никак. Лягушки есть, что-то еще. Друзья мои, что-то вы бы купили бы себе? О, дельфин, да, да. А дельфинчик, кстати, это акула. Это рыба, акула. Это акула. А how much? 1760. Вот акула симпатичная, кстати. Тысячу сколько? 1760. 760. То сколько будет стоить?
Акула симпатичная, кстати. $12. Вот это вот все симпотная. Смотри, да, такая классная. Не, ну я акулу не хочу. Вот смотри, еще как тапочек сделан здесь. Ага, смотрите, классно. Сделано из тапочек. Наташа хочет таки жирафа, да? Но мы подумаем. Напишите, что вы себе взяли. Обязательно это будет интересно. Ага, здесь все по $12, да? Ну, это реснички, ничего симпатично сделаны у жирафа. Блин, рада, что этот магазин нашли, на фабрику ехать не надо. Симпатичные здесь игрушки. И ананасик тоже. Собирают, а собачка симпатичная. А кот, смотри. Ну и классный. Слон классный. А вот эти? 11 440. Сколько, Наташа? $75. $75 вот такие вот. Вот такие красоты. Кстати, хотела вам показать в этом молле все величество кафешек. Просто их просто тут море. То есть как бы магазины идут, да, вон. Магазины как бы. Вот начинаются кафешки, которые... Ну, сейчас утро просто. Они закрыты. И вот, посмотрите, просто вот кафешки уходят вглубь. Кафешки. Тут футбол смоет. Ну, то есть классно сделано. Очень много кафе, очень много шопинга, много всех картин, много яркости, много зелени. Ну вот, этот молл, наверное, все-таки по праву такой... Наверное, по праву он занимает место в топ-10, что нужно посмотреть в Кении. Ну и, конечно, здесь очень хорошая безопасность. Вот такой... Так, народ, смотрите, выбираем очки в магазине, ну, классные от солнца. Распродажа, если это, вот какая-то фирма «Кактус», она очень удобная пара очков, стоит 6550, это где-то $42, вот, они удобные, ну, Наташа пытается себе полироид найти и все остальное, нам нашли еще мы другие очки мне. Наташа, ну дай мне, пожалуйста, тебе. Синие. Да, что здесь. Мне сказала, что я маме снимаю. Мама же выберет мне какие очки. Мама, ты же меня смотришь, спасибо. А вот эти стоят всего 1900. Да вообще даже не знаю, сколько еще долларов. Такое-то фирма Тони и Валенсия. Они поляризованы, очень классно, у них все видно. Блин, они просто вообще такие классные какие-то, я не знаю. Еще вот такие-то жовто-лакитные, прикольно. Как прям наш украинский флаг. Вообще прикольно. Прикольно, ну иди сюда. Вот, Наташа, а у тебя полироиды? Сколько у тебя полироиды стоят? Это не полироиды. Не полироиды. Это вот фирма за нами, Тони Валенсия. Это очень прикольно, это у меня хорошего качества очки. Что не знаю, кто там. Кто может знает, пишите. Пишите комменты, ставьте лайки, какие очки выбрать. Ну, прикольно. Вот эти мне почему-то очень нравятся. А ну иди сюда. А цену еще озвучите, хочу, пожалуйста, с них, потому что. Непонятно. 2450. Ну, удобно, они очень сидят дорого. На... Наверное, возьму себе вот эти, порадую себя. День рождения скоро. Надо себе подарок купить. Друзья мои, выбрали и купили. Оптика, вот, это оптика магазин, называется магазин. Купили те очки, как раз что вам показали. А мерили мы много. И как раз мы почувствовали, что надо сделать видео, когда мы уже нашли свое. Ну, такие прикольные. Так самое очень... обидно, что в дорогущих таких моделях, и я не, ну вот, ну нет. Не могли выбрать. Нет. Кстати, ни Том Форд не выбрали, ни Полароид, жаль. Там много, Рейбены, Восы, машины, да. Или Москины, хотя, не знаю. Хотя много, и даже скидки 50% есть. Да. А, кстати, очки, вот мы вылетали, очки были по сумасшедшим ценам, а здесь очки со скидкой $150 Том Форд. Нормальные, но мы не выбрали ничего. Но выбрали вот такие вот классные очки. Ну, реально очень нравится. Покажи коробочку, кстати. О, да. Она еще говорила, коробочка голубая или коричневая. Мы выбрали обе, выбрали голубую коробочку. Ой, ну легкая, боже, вообще. Да, классно. Да-да-да. Симпатюлечки. Боже, как красиво упаковал. Да, вот такое. Ну, даже очень тебе пластик понравился. Как он мы говорим, картону претензий нет, пластику претензий нет. Вообще не знаю, что за фирма, но красота. Мне все равно. А не по вам скажу, мы довольны. Да вообще лягусенький, офигеть. Я довольна. Заодно покажем туалет, ледис. Наташе очень понравился плафон здесь. Правда, такой закатный вообще. Класс. Плафон вообще бомба. Плафон классный. Красота. Так, я тут мыло где-то на себя ляпнула. Ну, кабинки нормальные. Так, тут никого нет. Бумажка есть, все есть. Все. Красота. Уже на плафон это вообще. Вот в магазинчике купили кошелек.
кожаный. Ну так, из, не дешево, не дешево. Из коровки. 7 тысяч. Нам отдали за 7, типа 7500 стоило. $3 скинули. Ну, кстати, сумка 9 чем-то. А. Ну, в принципе, да. А сумка страусиная, точнее, это тоже говяжья стоила 9 чем. Да и такой бокальчик, покажи просто, как его упаковали. А мы показывали бокал? Нет, мы не показывали, я пойду его покажу. Нет, смотри, за сумочкой, я сегодня Даша себе бокал приобрела, смотрите, какой классный. За 1200. Такой, представляете, какой класс просто вот из таких бокалов, если вы видите, это животные здесь. Слоны, львы, носороги, жирафы. То есть, ну, вам уже покажем, наверное, полностью в видео, почем Кения для народа, что мы купили в этот раз. Но вот такие красивые бокалы. Наташа говорит, встаем утром рано на работу, надо, чтобы было настроение. Поэтому задаем себе настроение и покупаем классные подарки. Вот. Это примерно вот такой вот Даша бокал себе взяла со слоником. Ну, красота. 1200 стоит, ну, нормально, в принципе. Вот это такой магазинчик с приятным хозяином. Все, ставьте лайки.